Я им насыпала по разным вольерам. Но Жорик только видит, что я иду к Кире что-то убирать. Все. Тут же. Мне кажется, он так реагирует на влажную салфетку. Зачем? Ты думаешь, это конкурент? Это не конкурент. Это уборка. Ты все, что белое, все думаешь, иди кушай. Я просто у нее полочки протру. Иди, иди. Иди кушай, иди к себе. Молодец. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, я протерла. Все. Нет конкурентов. Выкинула салфетки. Все. Убрала. Нету конкурентов. Нету. Ну, а если так? Бжж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 
Пойдете кушать с одной мисочки, нет? Бася. Скажи, мама, у меня там своя мисочка есть. Давайте посмотрим, какой. Кире не нравится. Скажи, к столу я вас еще к завтраку не звала. И как ты себя поведешь? Ладно, выходи, иди к себе. Давай, давай. Давай. Хороший. Я сейчас переверну, иди к себе. Вася прямо примерный отец. Бася, Бася, я предлагаю текать. Жоя такое посмотрела, думаю, так, их слишком много. Но посмотрите, как он защищает вход. Да. Нет, никого не пустим, Кири, никого. Это твоя девочка, ты так долго ждал. Конечно. А то, ишь ты тут, понабегут на такую красоту сразу, да? Друзья, забираем котиков. Чудненьких, да? Жорочка, давай, так как мне нужно еще остальных. Я могу, конечно, с тобой очень долго, но... Не-не-не-не-не. Куда? Спускайся. Нет? Жо, иди туда, потому что там сейчас коты набегут. Угу. Ты видишь, у котенка тоже есть белая. Не-не-не, кисюля. Это не та птичка. Иди ко мне. Ой, мяу. Вообще не та птичка, с которой можно налаживать отношения. Давай, 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 давай. Хозяин, хозяин, папы нет. Ты хозяин, конечно. Никого не пустишь, скажи. Папа придет из больницы, скажи, я ему скажу, что я берег дом. Пошел, пошел, пошел. Бум. Кот. Молодец, Жоечка. Жоя, молодец. Жоя, хороший мальчик. Все, но меня радует больше, когда вы вдвоем сидите. Так. У вас все хорошо, у котов все хорошо. Остались бибизяны. Фух.
поубирала. Вот. Тёпушка, что? Иди, иди. Что? Покатать? Ай да, ай да, ай да, ай да. Давай без банды, Стёп. Ай да, ай да. Да. Мой мальчик. Да, ай да, ай да. От котята шкодные стали. Вообще. Ай да, ай да. Залазь. Стёп, залазь. Иди ко мне. Что? Нет. Хотела сказать, когда банды нет, то гоняться не будешь. Бася опять занял на всякий случай самую такую потаемную позицию.